Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси. Сегодня я хочу показать вам вишни у нас на Кубани. Вот эти вишни, они растут прямо на улице. Мы идем по пути на море, их можно срывать, есть, и они часто даже пропадают, потому что никому не нужны. С вишнями связано очень много интересных народных примет. Я с детства знаю одну очень важную примету, что когда молодые люди женятся, то во дворе должны посадить одно вишневое дерево, а лучше несколько. И вот этот вишневый сад, он является оберегом для семьи, защищает ее от раздора, развода и всяких неурядиц и несчастий. Также еще есть очень интересная примета, которую я проверяла несколько лет. Пока лист с вишен не опал, то снег лежать не будет, он обязательно потает. Также еще очень важный лайфхак для тех, кто покупает вишню. Когда вы покупаете вишню, возьмите одну или две штучки, обязательно разломите пополам и посмотрите, что там внутри. Потому что часто внутри сидит маленький такой беленький жирненький червячок. Такое бывает особенно в дождливые годы. Поэтому всегда на это обращайте внимание. Вот этот червячок, многие люди не обращают на него внимания, говорят, да, ничего страшного, это экологически чистое мясо, значит, что вишня была экологически чистая, раз в ней поселилось живое существо. Но лично я считаю, что даже если это экологически чистое мясо, я его есть не хочу, потому что все же это червячок. Также еще хочу сказать, что у нас из вишен готовят очень много разных блюд. И пекут пироги и пирожки. Так, и у нас ее даже часто сушат, тогда она приобретает более сладкий вкус. Вот, а также варят различные компоты, делают соки, варенье, джемы. Но лучше всего косточки вытаскивать, потому что считается, что косточки очень вредные. За счет чего они вредные? Потому что в них сердцевина очень горькая, считается, что там есть ядовитое вещество, синильная кислота. Ну, конечно, никому и в голову не придет их есть. Вот такая у нас красота прямо на улицах. Задавайте свои вопросы. С вами был YouTube-канал Тутси Влог. До свидания, удачи всем!